Кишиневская неправительственная организация «Продидактика» реализует проект по повышению квалификации преподавателей румынского языка со всей территории Гагаузии. Это первый проект в нашем регионе, который направлен на интегрирование преподавания государственного языка именно в младших классах. Так как всегда в начальных классах ставятся всегда основы и воспитания, и формирования личности, мы подумали о том, что просто надо вот проводить эту программу формирования для учителей румынского языка. И мы проводили эту программу у нас в Кишиневе в течение двух этапов. А сегодня мы собрались здесь в Гагаузии, в АТО Гагаузия, для того, чтобы провести финальный этап вот данного проекта. По словам директора НПО «Продидактика», данный проект был пилотным. И в скором времени во всех русскоязычных школах планируется проведение таких мероприятий. Мы планируем организовать такие же курсы для всех учителей из русскоязычных школ, из республики, потому что очень важно повышать квалификацию, и тем более, что сегодня у нас столько изменений в образовательной сфере, и очень важно вообще не только в Гагаузии. 113 учителей румынского языка из Гагаузии побывали в Кишиневе на пятидневном семинаре, чтобы пополнить свои знания в области современных методик преподавания. Я думаю, что для наших учителей эти курсы – это большое подспорье для всех, потому что, во-первых, они познакомились с новыми формами, методами работы, они вернулись обратно, все вот это применяли в практику. Как считают сами участники проекта, так как молодые учителя, так и опытные с 20-летним стажем, семинары были полезными и информативными. Когда организовывались курсы для преподавания румынского языка в старших классах, гимназических классах, но такого ценного, полезного курса преподавания румынского языка в начальных классах, такого еще никогда не было. Очень много интересного берем. Во-первых, очень профессиональные учителя перед нами, которые с таким богатым материалом, форматоры, с таким богатым материалом для нас. Вы знаете, я очень много взяла для себя, и даже сейчас скоро я буду давать открытые уроки. Много методов, которые я именно получила в продидактике, я взяла себе на заметку и пользуюсь. И перед каждым уроком я листаю каждый. Спонсорами проекта является Верховный комиссар национальных меньшинств ОБСЕ, а также Министерство иностранных дел Германии. А идея проекта принадлежит НПО «Продидактика», миссия которого – повышать качество обучения на территории Республики Молдова.